Значит, сегодня обсудим некоторую новую историю, тоже связанную с функциями и в какой-то мере связанную с производными. Это история про выпуклость. Выпуклость и вторые производные. Смотрите, значит, я хочу начать с сравнения двух графиков функций. Вот представьте себе, что у вас есть какая-то величина, которая меняется, допустим, с течением времени. И у вас есть две даже разные величины. И одна величина, ее изменение с течением времени задается функцией, ну вот типа параболы. Вот такой вот функцией. А другая какая-то величина меняется примерно как квадратный корень. Вот так вот. Давайте посмотрим на эти два графика. И зададим себе такой вопрос. Ну вот чем они отличаются? То есть, с одной стороны, видно, что и та функция возрастает. И чем x больше, тем y становится больше. Но между способами возрастания есть какое-то различие. Вот какое? Как его можно было бы сформулировать? Ускоряющимся темпом и замедляющимся. Ага. Да, значит, если внимательно посмотреть, то видно, что вот эта штука, которая похожа на x квадрат, она как бы возрастает, и при этом чем дальше, тем она возрастает быстрее и быстрее. Как бы возрастает с ускорением. Можно сказать, что график загибается вверх. А функция, которая похожа на корень, она наоборот ведет себя. Она тоже возрастает, но при этом возрастает все медленнее и медленнее. Она при этом, несмотря на то, что она возрастает все медленнее и медленнее, она может не стремиться к какой-то асимптоте, а может и стремиться. Но главное, что она возрастает, но возрастает с некоторым замедлением. И это на самом деле важно, часто это важно для анализа, потому что, ну вот представьте себе, что у меня это какая-нибудь история про то, что у меня по горизонтали отложено, скажем, количество товара, а по вертикали отложена стоимость этого количества товара. Тогда какой из двух графиков кажется вам более реалистичным отражением такой зависимости? Вы можете купить одну единицу товара, можете 10, можете 100, можете 1000. Какой график зависимости вам кажется более адекватным, если думать, что по горизонтали это количество товара, по вертикали общая стоимость? А? F от X. F от X вы считаете? Ну да. Ну, смотрите, вот, давайте представим себе, что у меня просто, вот я прихожу в магазин, да, и если я хочу купить там одну упаковку гречки, я заплачу, скажем, 100 рублей. Если я хочу купить две упаковки гречки, я заплачу 200 рублей. За три упаковки гречки я, скорее всего, заплачу 300 рублей. То есть зависимость будет вот такая просто линейная. Но понятно, что если я покупаю эту самую гречку оптом, то я, скажем, за тонну гречки я заплачу насколько много? Да, вы правы. Это очень логично. Тогда GX. GX, да. То есть вот на самом деле действительно такие зависимости, которые, ну, как это называется, законы бывающие предельные чего-нибудь. Значит, вот такие вот зависимости, когда чем больше, тем на каждую единицу приходится меньше, допустим, цены. Вот. Вот такие зависимости довольно часто встречаются. В общем, полезно понимать, какая у нас функция, как она устроена. Вот так вот как стоимость гречки или наоборот вот так вот с возрастанием. А с возрастанием, например, вот так вот может расти, я не знаю, какая-нибудь сложность какой-нибудь системы. Вот если вы пишете, если у вас какая-нибудь маленькая, допустим, программка, то у нее сложность не очень быстро растет. Но по мере того, как программа становится больше или организация становится больше, например, управлять ей становится все сложнее и сложнее, и какие-нибудь издержки на менеджмент, например, могут расти как-нибудь вот так, теоретически, я не знаю, это моя фантазия, которая мне только что в голову пришла. Вот. Ну, в общем, короче говоря, вот это свойство, как именно возрастать с ускорением или с замедлением, оно как бы важное. Вот. Поэтому давайте немножко пообсуждаем функции, которые этим свойством обладают, тем или другим. Ну, давайте начнем с того, что поговорим немножко про вторые производные. Значит, мы выяснили, что тот факт, как функция растет ли она с ускорением или с замедлением,
может быть нам интересен, и поэтому интересно как-то иметь возможность проанализировать это. Ну, что означает, что функция растет с ускорением? Это означает, что у нее скорость роста, в свою очередь, возрастает. И, в принципе, можно попробовать изучить вопрос о скорости роста с использованием того же самого аппарата производных. То есть, если меня интересует, где моя функция возрастает и где убывает, то я просто считаю производную от этой функции, смотрю, где она положительная, где отрицательная. А если меня интересует, где функция, допустим, возрастает с ускорением, то мне нужно взять производную от производной и понять, где она положительная, где отрицательная. Эта производная от производной называется второй производной. Значит, определение второй производной функции f называется производная от ее производной. Значит, обозначается f2 штриха от x. И это то же самое, что взять первую производную и от нее посчитать вторую производную. Вот. Но, например, скажем, у нас есть функция f от x равняется x квадрат. Тогда у нее первая производная равняется 2x. А вторая производная, это мне нужно взять 2х, ее продифференцировать. Получается просто число 2. Значит, видно, что вот это движение по параболе, это такое движение с постоянным ускорением. Про вторую производную можно думать как про ускорение в механических терминах. И видно, что движение по параболе – это движение с постоянным ускорением. Ну, можно ради интереса посмотреть на функцию корень из x. Значит, если у нас g от x, это есть корень из x. Тут уже будет чуть сложнее, но давайте сделаем это. Значит, проще всего дифференцировать степень, и таким образом можно записать это как x в степени 1, 2, а дальше работает универсальная формула про дифференцирование степени. Значит, g' от x равняется 1, 2 x в степени... 1 вторая x в степени минус 1 вторая. Значит, тут правило всегда одинаково. Нужно просто снести вот эту степень сюда и уменьшить ее на единицу. Она работает для целых степеней, но для нецелых тоже прекрасным образом работает. Вот. И чему равняется вторая производная? Ну, минус 1 четвертая, x минус 3 вторых. Минус 1 четвертая, да, нужно еще раз снести. Степень x в степени минус 3 вторых. Да, ну и, собственно говоря, видно, что вторая производная у корня действительно везде, значит, везде там, при положительных x отрицательно. При отрицательных корень не определен, поэтому неинтересно. Вот. И это как раз соответствует тому, что корень загибается, ну, вот так вот, загибается вниз. Вот. Значит, на графиках на самом деле в какой-то мере видно, как устроена наша функция. Вот. Ну, вот видно, что если вы посмотрите, допустим, на вот эту вот функцию типа x квадрат. Вот, если вы видите, что по мере перемещения вправо у вас наклон касательно увеличивается, то значит функция, значит, то вы видите, что вторая производная выглядит таким образом. Вот. Нам на самом деле эта вторая производная, а также остальные старшие производные еще понадобятся в будущем для всяких разных целей. Например, они позволяют написать достаточные условия экстремума. Ну вот мы раньше говорили, что если функция дифференцируема, и у нее где-то во внутренней точке достигается экстремум, то производная в этой точке равна нулю, и это дает такое необходимое условие экстремума. Вы точно знаете, что если производная не нулевая, то значит экстремума нет.
Для того, чтобы получить достаточно условия экстремума, которые как-то выразить в аналитической форме, вам как раз нужна вторая производная. Ну, про это чуть-чуть позже поговорим, когда будем говорить про ряд Тейлора. Вот. Сейчас я пока просто хотел ввести само по себе понятие второй производной и проиллюстрировать вот этой картинкой. Значит, есть ли здесь какие-нибудь вопросы про эту часть? Нет. Хорошо. Ну, поехали дальше. Значит, сейчас я сформулирую некоторое чуть-чуть более общее понятие, связанное с поведением функций. Ну вот, понятно, что мы выяснили, там, еще раньше выяснили, что бывают функции, которые в каких-то точках не дифференцируемы. Бывают функции, которые вообще нигде не дифференцируемы. Но, соответственно, не у всякой функции есть вторая производная. Можно, например, придумать функцию, которая там будет первая производная, но в каких-то точках не будет второй производной. Вот. В общем, короче говоря, давайте введем некоторое чуть-чуть более общее понятие, связанное с поведением функций, вот похожим на то, что я описал. И звучит оно так. Значит, давайте заметим, что вот эта функция типа x квадрат, она обладает таким свойством, что если я возьму любые две точки на графике функции и соединю эти две точки отрезком, то весь этот отрезок, он лежит над графиком функции. А вот эта функция типа корня обладает как бы обратным свойством. Если я здесь соединю две точки на графики соединю отрезком, то они все лежат, наоборот, под графиком. Вот. И давайте я вот это свойство как раз положу в определение некоторого нового понятия, понятия выпуклости. Значит, функция f называется выпуклый вниз. Отрезок, соединяющий любые две точки на ее графике, он называется хордой, по аналогии с хордой окружности, лежит над графиком. Ну и наоборот, значит, это выпукло вниз, и наоборот, выпукло вверх. Значит, если выпукло вверх, тогда под графиком. Значит, давайте я еще нарисую две картинки. Значит, вот у меня есть картинка. Опять же, я рисую сейчас параболу, но уже не кусочек параболы в положительной области, а просто кусочек параболы. И вот видно, что парабола выпукла вниз, потому что вот я могу выбирать любые две точки на графике, и у меня всегда хорда будет лежать над графиком. Значит, как бы я эти две точки не выбирал, это всегда будет так. И наоборот, если я возьму не параболу, а наоборот минус параболу, то есть параболу, но только для функции типа минус x квадрат, то у меня получается все наоборот. Значит, у меня теперь любая хорда лежит под графиком. Значит, ну, глядя на эти картинки, легко запомнить, кто из них выпукла вниз, а кто выпукла вверх. Ну, вот как бы вот у нас есть эта функция, она как бы вот у нее есть выпуклость, она этой выпуклостью смотрит вниз. Значит, есть еще слова выпуклость и вогнутость.
И мне кажется, что никогда невозможно запомнить, какая функция выпуклая, а какая вогнутая. Поэтому я предпочитаю термины выпукло вниз и выпукло вверх, про которые есть, по крайней мере, вот эти две картинки, которые, мне кажется, позволяют это запомнить. Вот. Кажется, выпуклый вниз называется просто выпуклый, а выпуклый вверх называется вогнутый. Но я говорю, что мне это трудно запомнить, поэтому я всякий раз подглядываю в Википедию, если мне вдруг прямо совсем нужно помнить, кто из них кто. Вот. Значит, давайте, чтобы написать это, так сказать, то определение, которое я сейчас дал, оно такое геометрическое. Чтобы его записать аналитически, мне нужно, значит, показать некоторую конструкцию. Вот давайте сделаем такую штуку. Смотрите. Значит, мне нужно как-то параметризовать хорду. А для этого мне сейчас понадобится такая конструкция. Значит, допустим, что у меня есть две точки на плоскости. У меня есть x, y. И я хочу рассмотреть какую-нибудь хорду. Ну, какой-нибудь неважный, какой-то отрезок. Значит, вот у этого отрезка есть координаты. Значит, x1, y1 – это координаты одной точки этого отрезка, x2, y2 – координаты другой точки этого отрезка. Теперь что я хочу сделать? Я хочу разбить этот отрезок на два кусочка в каком-то отношении. Значит, давайте я скажу так, что вот я возьму здесь, поставлю где-то точку, и я хочу, чтобы... Значит, я поставлю точку на этом отрезке. Я хочу, чтобы этот отрезок разбивался в отношении, допустим, скажем, s, а здесь 1 минус s. Значит, вот здесь будет у меня s умножить на всю длину отрезка, а вот здесь будет 1 минус s умножить на всю длину отрезка. Значит, l – это длина отрезка. И я хочу найти координаты вот этой точки. Как это сделать? Ну, давайте посмотрим. Значит, я опущу эту координату вот сюда, опущу ее вот сюда. Значит, смотрите, вопрос. В каком отношении, значит, вот я из моей точки на отрезке, которая делит этот отрезок в отношении s к 1 минус s, опустил перпендикуляр на горизонтальную ось. Получилась некая новая точка, и эта новая точка делит отрезок от x1 до x2. Вопрос, в каком отношении она его делит? В таком же. Тоже в отношении s к 1 минус s. Почему? По подобным треугольникам можно. Ну вот да, по подобным треугольникам или по теореме Фалеса или еще что-нибудь такое из, значит, из геометрии, из планиметрии. Значит, давайте я напишу, что вот это расстояние, это, значит, расстояние от этой моей новой точечки до x1, это просто s умножить на x2 минус x1. Ну, а, соответственно, вот это расстояние, это 1 минус s на x2 минус x1. Значит, и давайте я найду координату вот этой точки. Она же будет иксовой координатой той точки, которая у меня на отрезке на плоскости изображена. Значит, эта координата, ну, как она вычисляется? Это я должен взять точку x1 и от нее отступить вправо на вот это вот расстояние, на s умножить на x2 минус x1. Ну, давайте я это сделаю. Значит, получается, что координата, иксовая координата равняется x1 плюс s на x2 минус x1. И давайте я ее запишу в таком виде. Это 1 минус s умножить на x1 плюс s умножить на x2. Значит, это координата вот этой точки. Теперь, ну, значит, во-первых, понятно ли, что я тут такое написал? Значит, можно думать про это так, что вот у нас есть две точки,
И я вычисляю, это называется выпуклая комбинация. Значит, я как бы вычисляю между ними среднее, но такое среднее взвешенное, как у вас оценка вычисляется. Значит, я точки, я x, числу x1 присваиваю вес 1 минус s, а числу x2 присваиваю вес s. Сумма весов автоматически равняется единице. И то, что в результате получается, это какая-то точка между x1 и x2. И как бы если s большое, то это означает, что эта точка будет близка к x2. S — это вес x2. Если s маленькая, то это означает, что эта точка будет близка к x1. Если s равняется 1 вторая, то это просто середина отрезка. Ну и таким образом я параметризую весь отрезок. Меняя s, я буду получать разные точки этого отрезка. От x1 до x2. Вот как, понятно ли это, понятна ли эта формула, понятно ли, откуда она взялась? Хорошо. Теперь смотрите, значит, я сделаю то же самое теперь с y. Значит, проведу от точки на отрезке, проведу горизонталь до пересечения с осью y, и теперь я хочу найти y-овую координату вот этой точки. Значит, чему она равна? Простите, вы можете очень кратко сказать, мы в прошлый раз доказали, что мы можем отрезок разбить как-то на части? Смотрите, значит, еще раз, конструкция устроена так. У меня есть отрезок на плоскости, и я этот отрезок разбиваю, значит, рисую на нем точечку, которая его разбивает в отношении s к 1 минус s. Теперь меня интересует координаты вот этой точки. А в чем основной смысл этого действия? Смысл какого действия? Того, что мы сейчас выполняем, я потерял где-то. Ну, смотрите, значит, и это сейчас некоторое... Смысл примерно следующий. Я хочу научиться задавать в координатах всевозможные точки вот этого отрезка. Значит, у меня есть отрезок на плоскости, и я хочу написать формулу, которая будет в удобной для меня форме задавать координаты всех точек, которые на этом отрезке лежат. Значит, вот цель такая. Итак, значит, я говорю, что я взял отрезок на плоскости, разбил его в отношении s к 1 минус s. S — это какое-то число, какой-то параметр. И после этого я взял эту точку и нашел ее координаты. Значит, ее x-овая координата, оказывается, равняется 1 минус s умножить на x1 плюс s умножить на x2. Соответственно, x1 и x2 — это x-овые координаты концов отрезка. И сейчас мы дошли до вопроса о том, как устроены y-овые координаты. Чему равняется y координата этой точки? Ну, аналогично. Угу. Продиктуйте. y1 плюс s, y2 минус y1. Да, ну и давайте я сразу вот в новой форме запишу, уже после перегруппировки членов, как такую взвешенную сумму. Значит, что получается? Один минус s на y1 плюс s на y2. Плюс s на y2, да. Совершенно верно. То есть я утверждаю следующее. Я утверждаю, что как бы, если я возьму, значит, вот у меня были две точки на плоскости, точка с координатами x1, y1 и x2, y2, и если я возьму вот такую взвешенную сумму с весами 1 минус s и s вот каждый из координат этих точек, то я получу точку на этом отрезке, которая будет делить этот отрезок в соотношении s к 1 минус s. То есть пока что это было такое упражнение по школьной алгебре. Точнее, не алгебре, а наоборот, геометрии. Значит, то есть аккуратное утверждение звучит так, что если у нас есть отрезок с концами в точках x1, y1 и x2, y2, то точка, которая делит его в отношении s к 1 минус s, имеет координаты. X-овая координата 1 минус s умножить на x1 плюс s умножить на x2, а y-овая координата 1 минус s умножить на y1 плюс s умножить на y2.
Вот. Теперь, пользуясь этим, я хочу переписать вот это определение функции выпуклой вниз в координатах. Давайте попробуем это сделать. Значит, определение то же самое, что и было, только алгебраическое. Но оно эквивалентно предыдущему. Значит, f выпукло вниз. Если для всяких точек x1, x2 из ее области определения выполняется утверждение. Какое утверждение должно выполняться? Значит, давайте посмотрим. Вот у меня нарисован график моей функции. Только у нас, наверное, x2 должно быть больше, чем x1, чтобы... Давайте потребуем, чтобы x2 было больше, чем x1. Угу. Так. Хотя, кажется, на самом деле без разницы. На самом деле без разницы, потому что вот эта формула, она будет работать. Эта формула будет работать в том числе, когда, если вы x1 и x2 поменяете местами, все равно будет работать. Так что не нужно условие x1 больше, чем x2. Но нужно условие, что для любого s y, полученный, больше, чем f от x. Да. Значит, вот смотрите, я теперь выбираю, теперь я как бы рассуждаю так, что вот я с помощью выбора s я выбираю точку на этом отрезочке. Значит, чтобы получить именно точку на отрезке, мне нужно, чтобы s была бы от 0 до 1. Значит, для всякого s в интервале от 0 до 1 выполняется утверждение. Какое утверждение? Что y больше y функции. Да. Значит, давайте смотреть на этой картинке, что есть что. Во-первых, y1 и y2, значит, я сейчас провел через мой отрезок, который я перед этим нарисовал, я провел график функции так, чтобы как раз этот отрезок был бы хордой. Ну, как, будем считать, что это какая-то хорда моей функции. Значит, в этом случае мои точки лежат на графике. В этом случае их y-овые координаты просто равны значению функции в соответствующих точках. То есть у меня y1 — это есть f от x1, а y2 — это есть f от x2. Вот. Теперь, значит, y-овая координата вот этой точки на отрезке таким образом равняется 1 минус s f от x1 плюс s на f от x2. Илья, извините, пожалуйста, у вас там x1 и x2 принадлежат чему? Произвольным? Область определения f. D от f — это область определения f. А, это запятая у вас там вниз, запятая, если. Да, там запятая. X1, запятая, X2. Ну, как бы, X1 из D от F и X2 из D от F. Нет, там просто над F запятая, которая... А, вот, это запятая, вниз, я понял. Да, это запятая из... После слова вниз. Давайте я куда-нибудь перенесу. Непонятно, куда ее перенести, так, чтобы она бы... не казалось производной. Ладно. Вот. Итак, значит, вот эта точка, которая на отрезке, она имеет координату, вертикальную координату 1 минус s f от x1 плюс s на f от x2. Какую координату имеет вот эта точка, которая над ней или под ней, в данном случае под ней, лежит на отрезке, лежит на графике функции. F от 1 минус s на x1 плюс s на x2. Да, совершенно верно. Значит, здесь нужно написать f от 1 минус s x1. Давайте я повыше ее напишу, вот так. Перенесу сюда.
f от 1 минус s x1 плюс s на x2. Значит, и какое условие нам нужно для выпуклости вниз? Чтобы это было меньше. Да, значит, ну давайте я сейчас буду определять нестрогую выпуклость вниз и буду использовать нестрогий знак. Значит, выпуклость тоже бывает строгая и нестрогая, как и многие разные другие штуки. Значит, давайте я тут напишу, что меньше либо равняется. Это не строго выпуклое. А если был бы знак строго меньше, то строго выпуклое. Такое тоже бывает. А что такое нестрогая выпуклость? Это когда у нас на всем отрезке лежит график? Ну да, теоретически могло бы так оказаться. Ну то есть мы предполагаем, что, например, если бы у нас график шел бы вот вдоль этого отрезка вот так вот, например, то он все равно был бы нестрого выпуклым вниз. Ну просто у нас там написано, что для любого s и... А, нет. Я просто подумал, что мы можем сколько угодно отрезков там настроить, и как бы он все равно будет выпуклым вниз. Ну, я понял. Хорошо. Угу. Значит, ну, мы действительно x1 и x2 мы выбираем произвольным образом. Как бы из той области, в которой мы работаем. А то есть линейная функция у нас будет одновременно не строго выпуклая и вниз, и не строго выпуклая вверх. Да, это правда. Угу. Да, как раз одна из задачек на семинаре — аккуратно доказать, что линейная функция выпукла куда угодно. Вот. Мы, как правило, сейчас будем работать именно с нестрогой выпуклостью, но в какой-то ситуации может понадобиться строгая. Ну и аналогичное определение, если вы хотите заменить знак на вот такой, то получается нестрогая выпуклость вверх. Значит, нестрогая выпуклость вверх. Ну и, соответственно, если знак больше, то не строго выпуклый вниз, то наоборот, строго выпуклый вверх. Значит, давайте мы внимательно на это определение посмотрим. Я хочу, чтобы было понятно, откуда взялась вот эта формула, что это действительно просто алгебраическая запись того утверждения, которое было выше описано геометрически. Утверждение про Хорда. Значит, давайте я еще раз прочитаю утверждение такое, что значит, определение, что f выпукло вниз, если для всех x1 и x2 из области определения и для всякого s из интервала от 0 до 1, значение функции f в точке 1 минус s x1 плюс s на x2 не превосходит 1 минус s f x1 плюс s на f от x2. То есть, как бы это означает следующее, что если у вас есть в аргументе вот такая выпуклая комбинация точек x1 и x2, то вы можете как бы вот эти вот 1 минус s и s, коэффициенты, как бы их вынести за знак функции, и при этом значение функции может, то есть при этом значение того, что получилось, может только увеличиться. Значит, это и означает, что функция выпукла вниз. Правда ли, что мы только что доказали неравенство Йенсена? Неравенство Йенсена — это обобщение вот этой самой штуки с выпуклостью. В семинаре у вас будет задачка, где вам нужно будет его доказать. Значит, неравенство Йенсена — это когда у вас больше, чем два слагаемых. А S, получается, это просто какой-то параметр, который задает длину отрезка или что? S это параметр, который задает, как бы он задает точку на отрезке. Он параметризует точку на отрезке. То есть, как бы вот у вас есть отрезок, он фиксирован, а теперь вы, меняя S, можете выбирать разные точки на этом отрезке. Например, если я возьму S равное 1/2, то я получу просто середину этого отрезка. Если я возьму S равное, скажем, нулю, то что я получу? Какую точку? Если s равно 0. x1. Вот я получу точку x1. То есть как бы s это вес точки, s это вес первой точки, а соответственно 1 минус s это вес наоборот второй точки, второго конца отрезка. Значит, и вот я их таким образом как бы вычисляю такое
средневзвешенное между этими двумя точками. И это соответствует тому, что я просто выбираю разные точки на вот этом отрезке. Значит, здесь мне нужно именно вот такое утверждение, что я хочу сказать, что я выбираю всевозможные точки, но именно всевозможные точки на отрезке. То есть мне вот условие, что S от 0 до 1, оно говорит, что меня интересуют именно вот эти точки, а не, например, вот эти точки какие-нибудь, которые уже вне уходят за этот отрезок, или вот эти точки. А вот сам параметр, точнее не параметр, а вот само C, это точка на графике, правильно? Вот там C меньше или равно, не строго выпукло, ну, наверное, вниз. Сейчас, значит, F выпукло вниз. Не совсем понимаю, про что вы спрашиваете. Значит, ну, вот, мне кажется, нигде нет C. Это может быть не C нарисовано, но вот. Скобочки, а не C. А, все, хорошо. Так. Хорошо. Стоп, что? Это скобочки? Где скобочки? Они... Я не поняла, просто сказали, что это не скобочки. Ой, это что, это скобочки, а не C? Да. Я не понял, про какие скобочки вы говорите? Ну вот внизу написано C, не строго выпуклое. Это C или это скобка? Скобочка. А, боже мой, это... я понял, да, это скобочка. Давайте я ее сотру. Короче говоря, это комментарий про то, что если я вот этот знак поменяю на что-нибудь, то у меня получается другое определение. Значит, если этот знак, как написано, меньше либо равняется, то функция называется не строго выпуклой. Если этот знак строго меньше, то строго выпуклая. Если этот знак будет больше либо равняется, то функция не строго выпукла вверх, а если больше, то строго выпукла вверх. Вот, значит, это был комментарий к тому, что вот этот знак можно менять и получать другие объекты, другие определения. Можно еще спросить насчет неравенства? Мне вот понятно, как мы получили левое значение, ну, то есть верхнюю точку, а правое, получается, мы просто вынесли 1 минус S и S, и тогда уже получилась точка ниже. Сейчас, значит, вот эта часть непонятна? Да. Смотрите, вот эта штука, это в точности y-ковая координата вот этой точки на отрезке. Значит, у меня вот у этой точки, у левой точки отрезка, y-ковая координата равняется f от x1, потому что она лежит на графике, а ее x-овая координата x1. А у правой точки, соответственно, y-ковая координата равняется f от x2. И если я теперь спрашиваю про y-ковую координату вот этой точки на графике, то она равняется как раз вот тому, что здесь написано. 1 минус s умножить на y1, то есть на f от x1, плюс s умножить на f от x2, то есть y2. То есть вот это неравенство, оно говорит, что y-ковая координата вот этой точки больше, чем y-ковая координата вот этой точки. Теперь понятно, откуда оно взялось? Понятно, да. Угу. Отлично, давайте еще вопросы. У нас в определении нет того, что x2 должно быть больше x1. Да, вроде это не нужно. Мне кажется, что это не нужно. Зачем оно вам? Оно и так хорошо работает. Если вы поменяете местами, ну, как бы на картинке оно в таком порядке, но если вы поменяете местами, то все будет работать не хуже. У вас просто S заменится на 1 минус S. И все. А условие, нет, что X1 не равно X2, да, не нужно? Условие, что они не равны, условие, ну, давайте, ну, хорошо, давайте наложим условие, что они не равны. Окей, уговорили. Для всяких X1 не равняется X2. А если его не наложить, здесь будет какая-то ошибка? Ну, с нестрогим неравенством не будет, а со строгим будет. Потому что если вы возьмете строгое, так сказать, у вас строгое неравенство никогда не будет выполняться. А это принципиально, что S на интервале? Ну, да, ну это как бы, это опять же, это не важно для нестрогого неравенства, а для строгого неравенства важно, потому что если бы S было бы не на интервале, а на отрезке от 0 до 1, то это бы означало, что у вас в область рассмотрения попадает в точности вот эта точка, например, и для него строгое неравенство бы не выполнялось бы. А теоретически может же такое быть? А, нет. Это был вопрос про выпуклость на каких-то промежутках. Ну, в принципе, вы можете рассматривать, как бы вот я определил выпуклость функции вообще в целом на области определения,
Но, в принципе, вы можете, как бы всегда, ограничить функцию на какое-то подмножество и спрашивать, выпукла ли она на этом подмножестве, скажем, выпукла ли она на конкретном отрезке. Но это такой содержательный вопрос, там, опять же, у вас будут всякие задачки, где вам нужно будет найти области выпуклости. Вот, допустим, представьте себе, что у меня есть какая-нибудь функция, ну, вот давайте какой-нибудь график нарисую, скажем, функция, похожая на, ну, допустим, x в кубе. Вот такая функция есть. Давайте посмотрим, что вы можете про нее сказать. Или давайте я даже нарисую не функцию x в кубе, а функцию типа x в кубе плюс x. Она будет выглядеть как-то вот так вот. Она будет вот такой, а потом вот такой. Вот такая вот функция. Значит, где она выпукла вверх, а где она выпукла вниз? Значит, ну, вниз она выпукла от нуля до бесконечности, а вверх от минус бесконечности до нуля. У нее должна быть 2 нуля. У x в кубе плюс x должно быть 2 нуля. X в кубе плюс x должно быть 2 нуля. Нет, не 2 нуля. Если был бы минус x, тогда да. Давайте смотреть. У нее производная равняется x квадрат плюс 1. Это означает, что она всегда возрастает строго. Всегда возрастающей функции 2 нуля быть не может. Но на самом деле должно быть либо 1 0, либо 3 нуля. В данном случае 1. Значит, вторая производная у нее равняется 2x. Ну и как раз мы видим, что у нас левее нуля функция выпукла вверх, а правее нуля она выпукла вниз. Там только 3x квадрат, а не x квадрат. 3x квадрат, да, я согласен. 3x квадрат, и здесь должно быть 6x. Значит, здесь она выпукла. Выпукла вверх. А вот тут она выпукла вниз. Значит, вот эта точка, в которой происходит переключение между одним типом выпуклости и другим типом выпуклости, называется точка перегиба. Соответственно, точка перегиба соответствует там нулям второй производной. Вот. Ну так, визуально можно увидеть примерно, по крайней мере, где находятся промежутки выпуклости вверх и выпуклости вниз. Хотя это, конечно, посложнее, чем определять возрастание убывания. Некоторый более тонкий эффект. Вот. Понятна ли эта иллюстрация? Можно вопрос? А мы, получается, 0 относим к обеим, ну, к обоим участкам, то есть мы говорим, типа, участок, на котором выпукло вниз, то мы 0 включаем, и который ну, вверх включить, тоже да, включаем. Можно включить, да, от этого хуже не будет. Но это, получается, зависит от того, говорим мы строго выпукло. Если говорим, что строго, то не включаем ни в один, а если говорим, что не строго, то оба включаем. Да нет, на обоих она строго выпукла. Ну, потому что если я ограничу функцию, допустим, на вот этот луч, вот на такой луч, включая 0, то вот эта функция, согласно предыдущему определению, будет строго выпуклой вверх. Так что тут нет проблем. Можно включить и туда, и туда. Как бы, нужно учитывать, что понятие выпуклости – это, опять же, понятие, которое определяется для некоторого отрезка. Нельзя задать вопрос, выпукла ли функция в точке. Для отрезка, для интервала, ну так или иначе. Видите, у нас в определении выпуклости нам нужно, чтобы было бы хотя бы две точки в той области, в которой мы рассматриваем. Хотя бы две разные точки. Ну а с ними, значит, весь отрезок, например. Вот. Еще вопросы про эту картинку? Хорошо. Давайте теперь я сформулирую некоторую теорему, которая связывает выпуклость, поведение первой производной и касательное. Значит, теорема звучит так.
Значит, пусть функция f дифференцируем на каком-то интервале от a до b. Тогда следующее утверждение эквивалентны. Значит, первое утверждение. F выпукло вниз на этом самом интервале от A до B. Второе утверждение. Производная F возрастает. Ну, давайте я буду везде использовать не строгую. Значит, здесь у меня будет не строго выпукло вниз. И тогда здесь будет не убывает на интервале от А до Б. И третье утверждение. Значит, график F проходит над любой касательной. На интервале от А до Б. Значит, вот три утверждения. Я утверждаю, что они все эквивалентны. То есть, если выполняется одно, то выполняется любое другое из этих трех. Значит, давайте я нарисую еще раз картинку. Значит, вот пусть у меня есть какая-то функция. И смотрите, значит, если она выпукла вниз, то это означает, что у нас график лежит под любой хордой. Если производные не убывают, то это означает, что у вас вот здесь, например, производная была отрицательная, чуть вправо сдвинулся, она стала повыше, она стала побольше, дальше побольше, дальше побольше. Ну и третье утверждение – это то, что у меня график функции везде проходит над соответствующий касательный. Вот, в принципе, если посмотреть на эту картинку, которую я сейчас нарисовал, то вроде как выглядит реалистично, что эта теорема должна быть верна. Вроде бы эти три утверждения, они все про одно и то же. А у нас же слева производная отрицательная будет. Ну и что, что она отрицательная? Отрицательная, в этом нет никакой проблемы. А она должна именно при приближении к B возрастать, а отрицательной может быть, да? Она может быть отрицательной, да. Важно то, что она возрастает. То есть она здесь была отрицательная, а потом она стала менее отрицательной. Значит, она возрастает. Вот на этом участке, например. Ну как, реалистично выглядит теорема? Да, а можно спросить насчет строгости и нестрогости выпуклости? Получается, вот сейчас она не строго выпукла, а если бы она была строго выпукла, то это бы как могло выглядеть? Или это то же самое? Я думаю, что там нужно было потребовать сейчас. Тут нужно осторожно, потому что... Значит, скажем так, точно, что если... Значит, тогда было бы чуть-чуть похитрее, но, по крайней мере, точно было бы, что если f' строго возрастает на ab, тогда функция строго выпукла вниз, а вот в обратную сторону, кажется, не факт, и это то же самое, что не факт, что если у вас не факт, что если функция строго возрастает, то производная строго положительна. Вот бывают функции типа x в кубе, которые строго возрастают, но при этом у них есть точки, в которых производная не является положительной. И поэтому тут может возникнуть такой же эффект. Ну, и я, собственно говоря, немножко, чтобы упростить себе жизнь, как раз формулирую теорему для нестрогой выпуклости и для всех нестрогих условий. Ну, это самое полезное с практической точки зрения. На практике вам чаще всего нужны нестрогие условия. Нестрогие максимумы и так далее. Вот. Хорошо, давайте попробуем доказать эту теорему. Значит... Я буду ее доказывать по такой схеме. Я докажу, что из единицы следует двойка, из двойки следует тройка, а из тройки назад следует единица.
И тогда будет доказано, что они все друг другу эквивалентны. Доказательства. И первая часть из единицы следует двойка. Значит, если f не строго выпукло вниз, то f' обязательно не убывает. Ну, давайте я нарисую такую картинку. Попробую уместиться здесь же, на этой же доске. Значит, вот у меня график функции. Дальше я рисую... Значит, я взял две любые точки, x1 и x2. И взял хордо между соответствующими точками на графике. А теперь я сделаю еще такую вещь. Я возьму какую-то промежуточную точку. Давайте я как-нибудь ее обозначу. Пусть у меня есть точка Z. И я рассмотрю две вот такие хорды. Значит, давайте я как-нибудь обозначу буквами, что ли. Значит, давайте я левую точку отрезка назову А, правую точку отрезка назову Б, левую точку хорды, правую точку хорды. И теперь я взял точку Z, которая находится, значит, давайте я так скажу, что у меня x-овая координата А – это x1, x-овая координата B – это x2, и я взял некоторую точку Z между точками x1 и x2. И точку на графике функции, которая висит над Z, я обозначу, ну, давайте я ее обозначу, допустим, буквой С. Смотрите, теперь, чего я хочу сделать, чего я хочу сказать. Значит, я знаю, что у меня точка С лежит под хордой АБ. Это из выпуклости. Значит, я сейчас доказываю, что если функция выпукла вниз, то f' не убывает. Значит, давайте я скажу так. C лежит под хордой. Ну, то есть, что это означает? Это означает, что если я проведу вертикаль через точку C, то, значит, вот здесь у меня есть на хорде лежит какая-то другая точка. Ну, давайте я ее назову точкой D. Значит, точка D – это точка, которая висит над Z и принадлежит хорде AB. Значит, если C лежит над хордой AB, лежит под хордой AB, то это означает, что C лежит под D. То есть Y-овая координата C меньше, чем Y-овая координата D. Я утверждаю, что в этом случае угловой коэффициент прямой содержащий отрезок АС не превосходит угловой коэффициент прямой содержащий АБ. То есть угловой коэффициент вот этой вот штуки не превосходит угловой коэффициент вот этой штуки. Значит, и это следствие из вот этого условия, что C лежит под хордой. Согласны ли вы с вот этим утверждением? Можете еще раз объяснить, почему это так? Ну, смотрите, давайте посмотрим, кто такой угловой коэффициент прямой, содержащий АС. Это я должен посмотреть, значит, посчитать разницу между, значит, Y-овой координатой точки А, Y-овой координатой точки С и поделить на вот это расстояние между Z и X1. Значит, это как бы тангенс угла наклона вот, вот этой вот прямой. Значит, поскольку вот эта точка С лежит под D,
то этот тангенс угла наклона, он будет ниже, чем, меньше, чем вот этот, вот эта штука. Ну, просто потому что, ну как, можно формально это записать, можно сказать, что, этот, что эта штука равняется y координаты точки c минус y координаты точки a разделить на z минус x1. И она меньше, чем y координаты точки d минус y координаты точки a разделить на то же самое. Но содержательно просто это соответствует тому, что значит, ну вот, у нас есть вот такая прямая, а точка c находится ниже, и поэтому эта прямая будет иметь какой-то наклон, который будет меньше, чем наклон вот этой штуки. Все, понял. Спасибо. Угу. Ну, формально я могу это написать так. Я могу сказать, что этот угловой коэффициент, ну давайте я напишу, что это y-ковая координата точки c минус y-ковая координата точки a разделить на z минус x1 не превосходит y-ковую координату точки d минус y-ковую координату точки a разделить на z минус x1. Вот формализация этого утверждения вот такая. То есть, когда я пишу y от какой-то точки, то это означает, что это y-координата этой точки. Формальное утверждение такое, что значит, вот из вот этого факта, значит, вот из этого факта, из того, что c лежит под d, следует, что, то есть это эквивалентно тому, что y-ковая координата точки c не превосходит y-ковую координату точки d. И вот даже из этого факта я вывожу вот это неравенство, если совсем формально писать. Окей? Теперь согласны? Хорошо. Теперь смотрите, что я сейчас сделаю. Да, это первое утверждение, которое мне нужно было. А второе утверждение – это то же самое, только про наоборот, про хорду CB. Что вы можете сказать про угловой коэффициент хорды CB? Ну, он должен быть больше, чем угловой коэффициент. Он больше, да. Вот если я так продолжу эти, если я продолжу эти прямые вправо, то, опять же, видно, что поскольку вот эта точка находится ниже, поскольку c находится ниже, чем d, то это означает, что cb, у нее угол наклона больше, чем db. Доказывается точно так же. Значит, угловой коэффициент cb больше либо равняется, чем угловой коэффициент АБ. Отлично. Теперь смотрите, давайте сделаем такую штуку. Давайте перейдем к пределу. Вот если я сейчас перейду к пределу z, стремящийся к x1, то к чему будет стремиться угловой коэффициент АС? Значит, предел при z, стремящийся к x1, от углового коэффициента АС равняется чему? Это угловой коэффициент АБ. Нет. Нет, как же так? Смотрите. Вот у меня есть вот такая вот хорда, да, АС. Дальше я буду приближать точку Z к точке X1. То есть у меня точка С будет приближаться к А. У меня будет вот эта хорда как-то я меняться. Понимаю, я посчитала CB просто. Я думала, для CB. Да, значит, что можно сказать про этот предел? Предел углового коэффициента АС при условии, что Z стремится к X1. Он будет равен производной. Производной от да, точки X1. В точке X1. Дальше предельный переход в неравенстве. Значит, если я делаю предельный переход вот в этом неравенстве, или там вот в этом неравенстве, он показывает, что эта производная не превосходит угловой коэффициент АБ. Значит, для всех допредельных значений это неравенство выполнялось. Ну, значит, и на предельном значении это неравенство тоже будет выполняться. А можно пояснить, что из этого тогда следует?
Из этого пока только следует, что производная в точке x1 не превосходит углового коэффициента АВ. Пока это половинка доказательства. Дальше можно подумать и прикинуть, какой у меня следующий большой шаг доказательства. Мы справа тоже не говорим производную, а говорим про угловой коэффициент. Ну, то есть не слева и справа берем. Да, значит, теперь можно сделать то же самое с точкой B. Теперь нужно устремить Z к x2. И что тогда получается? Получается, что если я теперь Z, наоборот, устремляю к x2, то у меня производная вот в этой точке, в точке x2, она оказывается, наоборот, не меньше, чем угловой коэффициент AB. То есть мы теперь берем предел углового коэффициента CB. Да, совершенно верно. При Z стремящемся куда? К x2. К x2. Значит, при Z стремящемся к x2 угловой коэффициент CB равняется кому? Производной в точке x2. В точке x2, да. И эта штука, опять же, по такому же рассуждению, она больше либо равняется, чем угловой коэффициент AB. Ну, отсюда следует, что f' в точке x2 больше либо равняется, чем f' в точке x1. Просто потому, что один из них больше, чем угловой коэффициент AB, а другой меньше, чем угловой коэффициент AB. Значит, между ними вот такое неравенство. Вот, переходя в предельное неравенство, мы можем взять производную с одной стороны, а с другой стороны оставить просто угловой коэффициент. Но справа не нужно тоже взять производную. Сейчас, смотрите. Дело в том, что я понял вопрос. Смотрите, значит, если я перемещаю точку Z влево, например, в точке X1, значит, ну, что я здесь делал? Я здесь сравнивал, на самом деле, угловой коэффициент AC с угловым коэффициентом AD. Да? Но на самом деле понятно, что если я перемещаю Z влево, то точка D тоже движется, но она движется вдоль вот этой прямой. И поэтому угловой коэффициент AD, он фиксирован и всегда равен угловому коэффициенту AB. То есть у меня на самом деле вот здесь справа стоит просто постоянная штука. Поэтому когда я перехожу к пределу, я перехожу к пределу только в левой части неравенства, а правая часть неравенства просто константа. Она от z, вообще говоря, не зависит. Поэтому у меня как был угловой коэффициент, так и остается угловой коэффициент. Понятно, спасибо. Угу. Так, давайте еще вопросы про это. Вот предел при z, стремящемся к x1, равен производной от точки x1, вы сказали, или mm-hmm. это показатель на y? Сейчас, еще раз скажите. Ну вот как мы нашли предел при z, стремящемся к x1? Почему мы считаем, что именно штука равна производной? Да. Ну, смотрите, это определение производной. Как мы определяли производную? Что это такое? Это мы берем, значит, считаем разницу в значении функции вот в этой точке и в этой точке. Это, соответственно, как раз вот это вот. А, все, это то, что было несколько занятий. Я ну понимаю. Да, это просто это в точности определения производной. Значит, в точности определения производной. Значит, ну, смотрите, y от c, например, это значение функции, это на самом деле f от z, y от a это f от x1. Поэтому вот эта штука, это в точности вот та самая штука, которая была там по знакам предела в определении производной. Ясно, спасибо. Угу. Мы говорили, что там, производная – это угловой коэффициент касательный, а касательная – это как раз предельное положение секущей. Вот мы как раз здесь рассматриваем вот эти вот самые предельные положения секущей. Так, давайте еще вопросы про эту штуку. Угу. Хорошо. Ну что, значит, первый переход доказали. Из утверждения 1 действительно следует утверждение 2.
То есть если функция выпукла вниз, то производная у нее не убывает. Ну, если она, конечно, существует. Нам нужно, чтобы функция была дифференцируема на всем интервале. Значит, давайте теперь докажем переход из 2 в 3. Значит, переход из 2 в 3, то есть я говорю, что если... Значит, если f' не убывает, то график проходит над любой касательной. График f над касательной. Значит, как это доказывать? Ну, проще всего это доказывать от противного. Давайте предположим, что это не так. Давайте предположим, что у нас такая история. Значит, вот у нас есть наш график. У нас есть какая-то точечка x1. В этой точке есть касательная. И так оказалось, что в какой-то другой точке x2 наш график проходит под этой касательной. Ну, я сейчас буду рисовать картинку, для которой x2 будет больше, чем x1, но на самом деле можно будет аналогично доказать и рассмотреть и другой случай. Значит, вот у меня есть какая-то точечка x2, и график каким-то образом, не очень понятно каким, но оказался вот здесь вот под касательной. Значит, пусть существует x1 и существует x2 такое, что, ну, давайте я сейчас, значит, рассмотрим случай x2 больше, чем x1. Значит, существуют такие x1 и x2, что f от x2 находится ниже касательный, проведенный в точке x1, f от x1. Значит, допустим, что верна вот такая картинка. Я хочу из этого прийти к противоречию с неубыванием f'. У нас производная будет... yx2 минус yx1 делить на x2. Ну, чё вообще говорю? Ну, в общем, будет совпадать с отрезком, соединяющим x1 и x2 в какой-то точке этого графика. Соответственно, она будет меньше, чем наша первая касательная. Ну, угловой коэффициент ее будет меньше, чем у нашей первой касательной. Соответственно, это противоречит нашему предположению 2. Ну, не предположению, что это свойство. Да, предположение 2, да. Совершенно верно, значит, совершенно правильно утверждение сказал сейчас Никита. Значит, все правильно, это правильное доказательство. Давайте я повторю чуть-чуть, может быть, более подробно. Смотрите, значит, что мы делаем? Мы берем, рассматриваем вот такую хорду от x1 до x2. Значит, мы знаем, что эта хорда, у нее угловой коэффициент меньше, чем, значит, угловой коэффициент вот этой касательной. Значит, давайте я тоже как-нибудь обозначу эти штуки. Давайте я, пусть у меня, опять же, левая точка называется А, а правая точка называется Б. Значит, тогда я говорю следующее утверждение. Так как B находится под касательной в точке А, угловой коэффициент AB меньше. Значит, я сейчас, поскольку у меня само утверждение здесь везде не строгое, значит, здесь не строгое не убывание, здесь утверждение тоже не строгое. Значит, f находится не строго выше над касательной. Но это означает, что его отрицание — это, наоборот, строго ниже. Поэтому здесь я пишу строгое неравенство.
Значит, угловой коэффициент АВ строго меньше, чем угловой коэффициент касательный. Значит, угловой коэффициент касательный в точке А. Угловой коэффициент касательный — это просто f' в точке x1. Значит, согласны с таким утверждением? Да. То же самое, что в прошлый раз. Значит, я говорю, что поскольку вот эта точка B ниже, чем соответствующая точка здесь, то вот этот угловой коэффициент меньше, чем вот этот угловой коэффициент. Хорошо. Теперь, значит, я хочу применить следующий шаг. Что мне нужно сделать? Я хочу перейти, значит, у меня сейчас есть вот какая-то такая, значит, какой-то отрезок, какая-то секущая, а я хочу перейти к производной. Мне нужно сравнить две производные. Что мне для этого нужно сделать? Значит, какие вы знаете утверждения, которые позволяют вам перейти от каких-то утверждений про секущее к каким-то утверждениям про производные? Ну, предельное положение секущее. Да, вы можете перейти к пределу, но тут непонятно. К пределу как бы вы не можете переходить ни к пределу вот сюда, вот, ни к пределу сюда, потому что вы не знаете, что там происходит. Значит, какие еще утверждения, которые бы связывали бы секущие с производными, вы знаете? Давайте я напомню картиночку. Ну, то, что между двумя точками там найдется точка с такой же, ну, вернее, с такой же касательной, как АВ. Да, значит, у нас была вот такая картиночка. Значит, мы говорили, что если у меня есть какая-то функция, и я возьму две точки и проведу секущую, то обязательно, если функция дифференцируема, то обязательно найдется такая точка, что в этой точке касательная параллельно моей секущей. Или что то же самое, что производная в этой точке равняется угловому коэффициенту этой секущей. Это теорема Лагранжа. Существует такая точка С, принадлежащая интервальчику от x1 до x2, что f' в точке С равняется угловому коэффициенту АВ. Помните теорему Лагранжа? Вроде после предыдущего семинара вы должны были ею проникнуться. С помощью нее доказывается куча всего. Значит, я формулировал теорему Лагранжа чуть-чуть по-другому, ну, то есть не то, что по-другому, я просто подробно тогда расписывал, что такое вот этот угловой коэффициент АВ. Но вы видите, что это вот оно и есть. Там было написано f от x2 минус f от x1 разделить на x2 минус x1. Но это вот то же самое, что угловой коэффициент АВ. Признали теорему Лагранжа? Правда. Вот. Ну и, собственно говоря, все. Смотрите, мы пришли к противоречию. Мы теперь знаем, что у нас нашлась точка С. Существует С, принадлежащая x1, x2. Такая, что f' в точке С строго меньше, чем f' в точке x1. Это противоречит с неубыванием. F'. И все, переход из 2 в 3 доказан. А можете еще раз за последнюю строчку проговорить?
Угу. Смотрите, значит, я говорю следующее. Я говорю, что у меня на отрезке от x1 до x2 обязательно найдется точка на графике функции. Обязательно найдется, хорошо, просто точка на отрезке от x1 до x2, какая-то точка c, такая, что в этой точке c производная f' равняется угловому коэффициенту от a до b. Угловому коэффициенту вот этой вот прямой. Все, да, спасибо, я все понял. Ага. Вот. Но тогда из этого следует, но а с другой стороны мы знаем, что этот угловой коэффициент, он строго меньше, чем угловой коэффициент касательный, проведенный в точке А, то есть производный функции f в точке x1. То есть мы получили какую-то точку, которая правее x1, но у нее производная меньше, строго меньше, чем производная в точке x1. Это противоречит условиям о том, что f' не убывает. Спасибо. Вот. Значит, это я сейчас рассмотрел случай, когда x2 больше, чем x1. Но случай, когда x2 меньше, чем x1, рассматривается аналогично. Значит, здесь будет какие-то неравенства нужно будет поменять на противоположные, но все точно так же сработает. Рассуждение абсолютно аналогично. Значит, второй случай рассматривается аналогично. Упражнение сделайте это. И все. Значит, доказали, что из 2 следует 3. Значит, осталось доказать, что из 3 следует 1, но это я сейчас уже не успею сделать. Значит, я расскажу про это на следующей лекции, а как раз на семинаре вы обсудите несколько задач, которые мне понадобятся для того, чтобы этот факт доказать, что из 2 следует 3. Второй случай – это когда x2 меньше, чем x1? Да. Хорошее упражнение как раз на понимание этой теоремы. Хорошее упражнение в второй случай рассмотреть самостоятельно. Понять, что поменяется, что не поменяется. Вот. Ну, вот так вот с помощью теоремы Лагранжа мы этот факт доказали. Надо сказать, что несколько лет назад, когда я первый раз про это рассказывал, и я на лекции забыл про то, что здесь нужно использовать теорему Лагранжа, точнее, не сообразил в тот момент. Вот. И как-то долго пытался это доказывать без нее, и у меня ничего не получилось. Я сказал, ладно, на следующей лекции придумаю какое-нибудь доказательство получше. И таки придумал. Вот. Но с помощью теоремы Лагранжа все легко получается. Вот. Хорошо. Ну что, значит, у нас время вышло. Значит, я готов отвечать на вопросы, но давайте считать, что лекция на этом закончилась. На вопрос я могу еще поотвечать.